22 вуза-победителя впервые за всю конкурсную историю разделили на несколько групп. В первый список попали 8 учебных заведений, которые получат дополнительное федеральное финансирование. Во вторую – оставшиеся 14, деньги для которых изыщут из региональных бюджетов. Среди них Алтайский, Белгородский, Сочинский, Тольяттинский и Ульяновский государственный университет. Комиссия рассматривала 80 заявок, 22 сегодняшних победителя – это вторая конкурсная волна. До этого в России определили 11 лучших вузов. Министерство образования и науки предполагает, что высшие учебные заведения смогут объединяться в один крупный университет и таким образом становиться образовательными центрами в своих регионах. При этом в подобной программе не могут участвовать московские и петербургские вузы.